Сегодня мы встречаем один из главных спортивных праздников – День физкультурника. В этом году мы решили отметить его особенно ярким и красочным турниром по любительскому футболу – Кубок компании «Форвард». Спорт – это все, что нас окружает вокруг. Друзья, мы занимаемся спортом и живем спортом. Хотим сделать себя краше, и спорт нам в этом помогает. Я надеюсь, что тот опыт, который вы здесь приобретете, позволит вам и дальше совершать подвиги, быть, если не первыми, то, по крайней мере, в душе лучшими. Ну а победить у нас, как обычно, дружба, хотя, естественно, победитель все-таки сегодня у нас будет. Стало уже доброй традицией в преддверии Дня физкультурника, государственного праздника, который отмечается в нашей стране с 1939 года, собирать трудящихся Министерства спорта и всех подведомственных организаций и помириться своими спортивными возможностями и физической формой. Специально для турнира дизайнерским бюро «Форвард» были разработаны 6 независимых стилей формы для каждой команды. Все комплекты одежды имеют уникальные нанесения и цветовые решения, а также обладают невероятной прочностью и легкостью материалов. А что самое главное, вся футбольная экипировка была произведена в России, потому что «Форвард» — российский бренд спортивной одежды. В завершении этого праздничного турнира состоялась традиционная церемония награждения. Финалисты получили свои заслуженные медали и подарки от компании «Форвард». А победители гордо приняли золотой кубок «Форвард» из рук замминистра спорта Российской Федерации. «Форвард» — теперь и футбольная экипировка для вашей команды.